Йоу, ребята, всем привет, Брорайдер на связи, короче, Минский электродей, библиотека. Наши друзья, моноколесники, банда местная, и здесь вот куча всяких электроштук, Тесла, китайские всякие, ну, велосипеды электро, мопеды электро. Короче, все заряжаются. Видимо, приехали разряженные уже. Я тоже немножко разрядился на 10%. Здесь у нас электро-минский, электромаз. Минский автозавод. Автобусы, короче. Всякая техника электро. Тоже мопедики. Здесь у нас чувак, красавчик. Все снимают на камеры. Я не знаю, такие модели, короче, маркировочки. Вот Volkswagen знаю. Из Китая. И мелкие машинки. Инженерные системы, коммуникации. В общем, так. Не сильно богато, скромненько. В Минске проходит электродей. У нас там Игорян интервью дает каналу Мир. В общем, тусовка продолжается. Там что-то к часу будут заезды. Тоже засниму все. И вечером шашлык, как обычно. Каждый день по шашлыку. Райдерская тема. У меня аж слюноотделение пошло от шашлыка с утра. Надеюсь, погодка не испортится. Здесь Франциск Скорина. Какой-то умный чувак. В общем, такой коротенький выпуск с Минск Электродей. Завтра, наверное, будет продолжение. Да и сегодня еще весь день впереди будет продолжение. Однозначно. Ребята, всем удачи, всем кайфа, всем катать. Хорошего дня.